Всем привет, дорогие зрители! Приехал я снова в район Махмутлар. Нашел тут дуплекс-квартиру 3+1 по очень хорошей цене. Срочная продажа. Продается пустая, с видом на море. Проект называется Pamphili Residence. Многим известная. Тут очень большой участок, просторный бассейн. Вот такие оборудования для спорта, беседка. Есть крытый бассейн. Вот здесь есть у нас крытый бассейн. В этой стороне у нас спа-центр. Туда не пускают спускаться, так как сдано в аренду. Есть сауна, хамам. Также массаж, все остальное платное. Здесь также беседка, генератор, все есть. Айда тут 180 лир. Вход с той стороны также есть. Вход у нас отсюда, дорога, которая выходит на улицу Ататюрка. Расстояние от этого места до... Вот там у нас калитка. Вот здесь калитка с чипом. На дороге Ататюрка есть у нас вся инфраструктура для жизни. Маркет с правой стороны, сечь. Мигрос в левой стороне, 100 метров. Здесь у нас теннисный корт. Вот такое здание. Проект уже 11 лет. Там детская игровая площадка. Ухоженный комплекс. Вот она, баскетбольная площадка. В той стороне зона барбекю, беседка. Фруктовые деревья. Вот апельсины прямо. И вот у нас там зона барбекю. Квартира находится на верхнем этаже блока D. Ключи только у меня. Обращайтесь. Найду по вашим критериям любую недвижимость в Алании. Так. Кого интересуют виллы, отдельно снимаю ролики по заказу. Пардон. Вход с чипом. Два лифта у нас тут. Вот. Вызовем лифт. Вот такой лифт. Вместимость 6 человек. На этаже у нас 5 квартир. Здесь вот такое место для жителей этого этажа. Вот. Скажем, зона отдыха и курилка, так назовем. Здесь, значит, у нас площадка лестничная. И вот квартира. То 50 квадратных метров. Так, брутто здесь 190-200. С левой стороны у нас санузел с душевой кабинкой. Вот это редко бывает в двухуровневых квартирах. В основном только санузел без душевой кабинки. Так, здесь у нас кухня. Духовка Кумтел. Сараф, какой-то плита и вытяжка Кумтел. Гостиная комната у нас длину, вид на море. Кажется, это балкон увеличили, да. Балкон увеличили в этой квартире. Сделали большую гостиную комнату. Так. Вот видно по кафелям. Так.
Здесь у нас спальня. Или можно гостевую комнату сделать, кто как желает. Споты или это освещение уже установлено новое. Также вид на море. И, конечно же, на бочке, как без них-то. Ланья. Поднимемся наверх. Тут прихожую вы уже видели. Здесь такая вот прихожая. Начну я с той стороны. Дополнительная комната. Здесь где-то у нас 12 квадратных метров. Спальня. Вид на горы и вид на соседнее здание. Вот. С левой стороны у нас санузел. Здесь стоит накопительная система Ariston. Здесь у нас можно сделать спальню. Просторная, видите, как большая. Вот хозяин отделил террасу. Сделал еще дополнительно как бы комнату. Вот видите, застеклил. Уже не как 3+1, уже как 4+1 стала квартира. Здесь еще отдельная комната такая. И здесь каскадные стекла, двери. Закрою. Такая вот маленькая терраса, так как он закрыл. Вид на горы, там Утопия отель. По вечерам красиво освещается. Вид на море, вид на бочки. Вот такая вот маленькая терраса. Дорогие зрители, ну как вам квартира? Нужно ее красивенько обставить. Обойдется как минимум 4000 евро, так как большая квартира. Цена этой квартиры 88000 евро. Очень хорошая цена. Айдат, здесь 180 лет. Расстояние от моего места до моря 560 метров максимум, с большими поворотами. Так что звоните по номеру, который указан в описании, также в ролике этого видео. С вами была Гаси из солнечной Алании. Всем желаю радости, добра, спокойствия, благополучия, позитива, улыбочек и побольше денег. Не забывайте звонить мне насчет этой квартиры.